Пересадить нырки планують у області наприкінці 2017-го. Таку мету ставили давно, однак створити усі умови для проведення таких операцій непросто. Треба підрихтувати обсталювання і висококваліфіковані кадри. Як одна з приступок до першої трансплантації, це створення на базі обласної больниці своєособливого центру нефрології. Раней тут размещалась детская хирургия. После ремонта сюда переехала нефрология. У отделения насупрать проводит гемодиализ. С нового года отделение объединили. Врачи, работающие ранее в двух различных отделениях, при объединении вели этих пациентов с самого начала заболевания и до развития терминальной почечной недостаточности, которая, к сожалению, является исходом многих нефрологических заболеваний. Віталь унаслідував хворобу нирок і у молодому узрості трапив на больничний ложок. На діалізі каля года. Стільки ж у черзі на пересадку донорської нирки. Через день їжджу сюди, відкатуюсь і додому. Щогодово у Могилевской области 25-30 человек трапляют у лист чакання на трансплантацию нырок. Поколь за такими операциями приходится ехать у Республиканский науково-практичный центр. У реабилитационный период назирают за пациентами так само столичные врачи, что не завсёды зручно. С периода 2007 года до сегодняшнего дня порядка 250 пациентов уже проживают в нашей области после пересадки почки. Девушка и парень, которые находились на почечно-заместительной терапии, на гемодиализе. В 2007 году им успешно проведена трансплантация почки. И после этих операций они поженились, и у них родился ребенок. Здоровый ребенок. Они познакомились у вас? Да, они познакомились, находясь на лечении гемодиализа. Во всем свете нырково-замещальная терапия, той же гемодиализ, вельми дорогая. Гроши на эти процедуры выдатковая держава. А, например, на Могилевщине для организации трансплантации нырок на початковом этапе необходимо 170 тысяч долларов. Однако такая пересадка может позбавить пациента от инвалидности и вернуть его до нормального життя и полноценной працы. Татьяна Дмитриева, Катерина Городницкая, Александр Артемьев, «Новини регион».